Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым выпуску. Реконструювати більш вигідно, чим будувати зновку. У Житковицькому районі планується увести у експлуатацію модернізовану молочно-товарну ферму. З клопотом про будуче у Кармянському районі у новому навчальному році відкриється середня школа. Хвалюючий момент для вельми запотребованих зараз випускників. Сьогодні у Гомельському медуніверситеті відбулося розміркування. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Сельская господарка была и застается наиважнейшей галиной экономики. От поспехов у этой сферы залежит добробыт насельництва и харчовая безпека краины. Каб забеспечивать высокие показчики, необходимы господарчий подыход. И особливая увага – допомога отстающим вытворчастям. Во всех регионах фермы с самыми низкими выниками замацовываются за старшинями мясовых выконкамов с мэтой выправления ситуации. Як выконывается отповедное доручение старшини Гомельского облвыконкама Геннадия Салауя, доведался Дмитрий Котау. Эта ферма была побудована на початку 70-х годов. С тягом часу она состарела и не смогла складать конкуренцию с участным комплексом. Средняя удой на корову 11 литров – самый низкий показчик у Житковицким районе. Тому по доручению старшини облвыконкама Миновита, эта ферма была обрана для реконструкции. Ожитявили взнос 11 непрофильных аварийных будинков, начали заниматься добропорядкованием территории, ремонтом телятников и будовництвом цеха раздоя. Конечно, довольны ходом работ, потому что эта ферма перепрофилировалась. Это были телятник. Перепрофилировали, и отдельного цеха сухостой-раздоя не было. Строится вот, будет введен цех сухостой-раздоя. Это облегчит работу в зале общем для доярок наших. Ну и, конечно, технология же производства. Новое оборудование. Конечно, за счет этого увеличится и отдача. Это увеличится производство молока. То, что самое главное, ради чего работаем. Получение прибыли денег. Зараз на этой ферме 450 коров. С завершением ремонта телятников и сдачи у эксплуатацию цеха раздоя поголовье повеличится до 800. Удой плануется подтягнуть как минимум до среднерайонного значения 16,8 литров. Утримливание живелы у новых, больше комфортных умовах дозволить повысить и якость молока. Люди, когда видят, что мы сегодня вкладываем деньги и помогаем районам в наведении порядка на объекте, они тоже... Ну, совсем по-другому относятся уже к работе и хотят, чтобы им тоже не стыдно было, потому что все-таки помогаем, государство вкладывает деньги, чтобы уже им было не стыдно за свои показатели. У нас сегодня находится один из крупнейших, современнейших молочных заводов, Татуровский молочный комбинат, и данное предприятие, как и все предприятия района, является его сырьевой зоной. То есть нам нужно его сегодня максимально загрузить, потому что предприятие работает с высокой добавленной стоимостью и выпускает экспорт-ориентированную продукцию. Полностью работы на этой ферме планируют завершить до жнивня, однако объект и после этого часу будет оставаться на постоянным контролем улады. Как поручил губернатор, значит, если мы вкладываем сегодня силы и какие-то средства, как предприятия, так и районные организации помогают, то, значит, здесь должны быть производственные показатели. То есть нет смысла сегодня вкладывать и не получать отдачи. Самое главное – получить отдачу от каждого вложенного рубля. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. Сярод аб'ектаў сацыяльнай сферы, якія зараз знаходзяцца на кантролі старшыні гомельскага аблвыканкама Геннадзі Салаўя, літвінавіцкая сярэдняя школа. Узведзены яшчэ ў 50-х годах мінулага стагоддзя, будынак за мінулы час прыйшоў у аварыйны стан. У снежні 2019-га распачаліся будаўнічыя работы. Сёння на месцы пабывалі нашы корэспандэнты. Хоть официально проект называется «Узведение прибудовы до Литвиновицкой средней школы», по сути, это будовництво новой установы. Площадь прибудовы больше, как 2500 квадратных метров. Старого корпуса – каля 660. Але и от его в кончатковом варианте застанутся только стены. Все остальное заменяется на сучасное и безопасное у эксплуатации. Конечно же, реконструирование всегда сложнее, чем новое строительство. Оно обусловлено рядом строительных сложностей. То есть это усиление конструкции, это предусмотр правильных технологических
впоследствии демонтажных работ, таких как кровля, окон и всего остального. Это вносит некую лепту при соблюдении норм и правил охраны труда. Зараз на будовництве Литвиновецкой средней школы працуют около 50 человек. Одни приезжают на объект что день, другие вахтовым методом по 2 тыдни. У связи с великим объемом работ працонными могут быть и суббота, и неделя. Но умовы будовники не скардятся. Кажут, есть усе, только працуй. Объект нет, не сложный еще. Что тут сложного? Ложи, кладку и все. Сложного ничего нет. Згодно с пашпортом объекта, сдать в эксплуатацию его плануется у этом годе. Причем представники генерального подрядчика будовничего треста номер 14 кажут, что, вероятно, это отбудется ранее запланированного. Зараз работы ведутся с опередживанием графика. В активную фазу входят отделочные работы. Как вы видите, уже стены оштукатурены. Вот приходим к шпатлеванию. Вот. Завершаем работу по монтажу инженерных сетей, приступаем к благоустройству. От будинка Литвиновицкого сельского совета до будовничей пляцовки усяго несколько десятков метров, а тому за ходом работ старшиня Светлана Попасемова сочить постоянно. Кажет, что темпами работ задоволена и вельми сподяется, что наступный навучальный год мясцовые школьники почнуть у новой установе. До речи, гэты будинок различены на 142 навученцы. По великим рахунку, такая колькость места створается с перспективой на будучиню. Сёлета у школе вучилися 117 человек, у вересни за парты сядут 128 детей. Надеемся, что к сентябрю наши дети придут в это новое прекрасное здание, которое будет отвечать современным требованиям. И мы очень рады, что для наших детей сегодня создаются достаточно комфортные условия для обучения и пребывания в здании учреждения. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Кармянский район. Сегодня у Гомельском державном медицинском университете прошло персональное размеркование выпускников. В работе комиссии принял удел министра аховы здоровья Беларуси Владимир Каранік. Накирование на первое працовное место отримали каля 600 будущих медиков. 157 из них научались по метовых договорах облвыканкамов. При этом размерковаться на гарантованное место працы, окромя студентов бюджетной формы научания, пожадала и большесть студентов-платников. Выпускников накировывают не только во установы аховы здоровья в области, яны разъезжаются фактично по всей краине. Изначально была цель стать именно педиатром. Ну, вот такое мое желание было. И на 5-м курсе, когда нас распределяли на субординатуру, я попал в педиатрию очень удачно. Я хочу распределиться в Гродненскую область к своей жене, потому что ее распределили в Гродно, а меня предварительно распределили в Брестскую область, город Иваново. Самые запотребованные специальности лечебного факультета – врач агульной практики, педиатр и акушер-гинеколог. На медико-диагностичном – врач-рентгенолог. Изменилось семейное положение. Кто-то желает поменять профиль, специальность, потому что на 6-м курсе понял, что все-таки душа лежит в другой специальности. Здесь стараемся идти навстречу, потому что мы понимаем, что если врач будет работать без желания и без души, то очень большие шансы потерять его. Если же мы максимально удовлетворим его потребности, то есть шанс, что он останется на первом месте работы, будет работать дальше после обязательной отработки. Сегодня уровень замацавания кадров у медицине складает около 85%. С каждым годом этот показчик растет. Акрамя того, подчас встречи с коллективом и студентами Гомельского державного медицинского университета Владимир Каранік прокомментовал эпидемичную ситуацию в Украине. По словам министра аховы здоровья Беларуси, процесс застается контролируемым. По многим регионам мы видим уже затихание эпидемиологического процесса. То есть мы прошли уже пик, и мы видим снижение заболеваемости как коронавирусной инфекции, так и заболеваемости пневмониями, как осложнение многих вирусных инфекций. То, что касается в Гомельской области, то сейчас этот регион вышел на плато по заболеваемости. И мы думаем, что в ближайшие, скажем так, недели здесь тоже будет уже регистрироваться спад заболеваемости как пневмониями, так и коронавирусной инфекции. По данным на сегодня, у Беларуси зарегистрированы 44 255 человек со становчим тестом на COVID-19. З их лику поправились и выписанные 19 195 пациентов.
Акция «Здоровая будущее» не сбавляя обороты. Ее мета – подтримать детей и молодых людей с инвалидностью. У День обороны детей у рамках проекта отбылся онлайн-концерт спевака Андрея Яронина. Але на этом сюрпризы не скончились. Подробности у наступном сюжете. Инициаторы акции «Здоровая будущее» – громадское объединение «Беларусь» разом с партнерами. Это медицинский центр «Белсона», городская организация Белорусской ассоциации допомоги детям-инвалидам и молодым инвалидам, а так само спевак, экс-солист ансамбля «Песняры» Андрей Яронин. Проект промеркованы до Международного дня обороны детей, але термин его деяния выходит за рамки одного святочного дня. До речи, акции «Здоровая будущее» сполнилось 3 года. Все лето организаторы плановали сделать ее больше масштабной, але эпидемичная ситуация вымусила переглядеть формат мероприемствов. Одна из вымушенных измен – проведение доброчинного концерта Андрея Яронина у режиме онлайн. Але обмежованная колькость глядачов на выступлении все ж таки присутничала. Для этих семей очень важно быть вот в контакте с людьми. И ребята, мы уже не первый раз их видим. Я надеюсь, что у них поднимется настроение, а залог здоровья в первую очередь зависит от хорошего настроения. Выступление Андрея Яронина прошло у клубе и транслировалось на YouTube-канале артиста. Спевак пильно выбирал песни для концертной программы. Авторские песни мои, композиторов, авторов, с кем мы сотрудничаем. Значит, то, что, в принципе, мы поем всегда, но старались выбирать репертуар такой более камерный, песни лирические, песни с оттенком семейственности. Але куратор акции не только песнями порадовали глядачоў, як прысутных, так і па той бок экрана. Галоўны ўрач Белсона Александр Друян у прамым эфіры перадаў гарадской арганізацыі Беларускай асацыяцыі дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам 100 сертыфікатаў на медыцынскія паслугі. Кіраўнік цэнтра наведаў канцэрт не адзін. Сімвал кампаніі, якога завуць Белсонік, увесь вечар дарыў усмешкі гасцям мерапрыемства. Для медыцынскага цэнтра удзелу дабрачыннасці традыцыя. Хачу сказаць, што Белсона аказвае пасільны вклад в здароўе всех людей и прежде всего в наших маленьких граждан, которые являются будущим нашей страны. В этом году, к сожалению, немножко другая ситуация. Мы не можем провести большой красивый праздник, но у нас есть замечательные друзья, которые позволили провести, сделать замечательный праздник, но не только, а все-таки еще оказать помощь нашим семьям, в первую очередь тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы очень-очень благодарны. Дорослые разумеют, что сучасные обставины не могут позбавить детей свята, якими б напруженными яны не были. У наших силах поклопотиться об тых, кому это потребно, як николи. Миколай Скинтьян, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский автокинотеатр становится все больше популярным. Зараз показы под открытым небом проводят и для детей. А у перспективе на месте рынка у Осалцах з'явится инфраструктура с фудкортами и батутами. Забавляльная территория повинна стать одним из популярных мест отпочинку для дорослых и маленьких киноматоров. Марина Джалая с подробязностями. Наталья Слуцкая у аутокинотеатры у першиню. Каже, после тяжкого працевного дня вырешила крыху отпочить. Засумовала по прогляде фильмов на великом экране и вот нашла безопасную замену звычайному кинотеатру. Конечно, хочется отдохнуть, поэтому вот узнала про такой интересный проект, как автокино, и решила поехать посмотреть. Сегодня будет фильм «Братство». Очень удобно, что есть организована торговля, можно купить попкорн, кофе. Вот, поэтому решила приехать посмотреть. Перший фильм «Аутокінотеатр» демонстрував прикладно місяць тому. Альтернативу закритим кінозалам гомельським глядачам пропонували керівництво підприємства «Кінотауру» і компанія «Музгандальсервіс». І зараз 4 дні на тиждень на стоянку у Асауці з'їжджаються по 30-40 автомобілів на кінопрогляди. Фільми – самі касові за останній час. На жаль, за пандемії нових покуль нема, але ведуться перемови об їх поступленні. Глядачі діляться назіраннями керівництва «Кінотаура», вельми задоволені з'явленням у городі «Аутокінотеатр». Еще не было ни одного такого негативного мнения, что что-то. Только есть у них пожелание, чтобы как можно больше было новых премьер, хорошие актеры, чтобы они могли бы увидеть. И вот в июне, в первой половине июня, хотим показать вот такие замечательные проекты. Эксперимент с аутокинотеатром покуль реализуется только у Гомеля. Махчима таки в опыт хутко распаусюдить у инших городах в области. В якости варианта разглядаются Жлобин, Мазыр и Речица. Мы используем светодиодный экран высокого разрешения с высокой цветопередачей. Он уличный, что позволяет, в принципе, получить большую цветопередачу. Такое ощущение, что вы сидите дома перед телевизором. Более того, нам не страшно солнце. Мы можем показывать и показываем дневные сеансы для детей. Детки приезжают, смотрят, удивляются.
это самое главное, что у нас есть преимущество какое-то, да? Потому что в основном кинотеатр – это проектор. Проектор днем работать не может, потому что солнце засвечивает. Мы от этого не страдаем. Плюс мы пошли немножко дальше, мы поставили систему громкоговорителей на улицу, и спокойно в хорошую погоду, если погода позволяет, человек выходит на улицу, смотрит кино и не теряет смысла. Дитячие фильмы начинаются у 17 годин, остатние у 21. Плата за проезд автомобиля – 10 рублей, незалежно от колькости пассажиров. Плануется, что автокинотеатр будет працевать до 1 кастрычника. Марина Джала, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя, а таксама іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Дети не ищут опасности, они просто играют. Красноречиво с билбордов твердит социальная реклама, где у свинки вместо пятачка нарисована электрическая розетка. Сегодня ночью с диагнозом электротравма первой степени и электроожог второй и третьей степени обеих кистей языка в Гомельскую городскую клиническую больницу номер 1 была доставлена 2-летняя девочка. Малышка госпитализирована в реанимационное отделение. Предварительно установлено, что поздним вечером, находясь в комнате, ребенок опрокинул настольную лампу и потом дотронулся языком до оголенных проводов. Девочка проживает в полной семье. 23-летняя мать сейчас находится в декретном отпуске. Милиция проводит проверку. В Рогачевском районе микроавтобус сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался в больнице. ДТП произошло на 7-м километре автодороги Завидовка-Журавичи-Красный Пахарь. 25-летний водитель на микроавтобусе перевозил мясную продукцию в деревню Красный Пахарь. Двое велосипедистов двигались рядом друг с другом. При объезде автомобиля один из велосипедистов отклонился от оси движения, в результате чего был на него совершен наезд. После столкновения автомашина выехала за пределы проезжей части в кювет, где опрокинулась. 53-летний велосипедист с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу, где позже скончался. Предварительно установлено, что водитель «Мерседеса» был трезв. В ГАИ также напомнили, что согласно правилам дорожного движения, при отсутствии велодорожек и тротуаров или невозможности движения по ним, допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги только в один ряд и не далее 1 метра от ее правого края. Получила сильнейшие ожоги и едва не лишилась жизни, пытаясь самостоятельно потушить пожар. 1 июня в 9:25 спасателям по телефону поступило сообщение о пожаре гаража в агрогородке Городец Рогачевского района. На ликвидацию немедленно выбыли пожарные расчеты из ближайших подразделений МЧС. При попытках тушения хозяйка автомобиля, 48-летняя женщина, получила ожоги. Самостоятельно выбралась из гаража. По прибытии подразделений МЧС находилась на улице без сознания. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. В результате пожара уничтожены кровля гаража и находившийся внутри него автомобиль. Пожар ликвидирован спасателями. В результате уничтожены кровля кирпичного гаража и находящийся в нем легковой автомобиль ВАЗ. Причина пожара устанавливается. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель, новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. В первой лиге футбольного чемпионата страны сыгран 7-й тур. Первый балл набрал «Химик». Светлогорская команда сыграла в ничью с «Лидой» 0-0. Обитатели верхней пятерки турнирной таблицы, речицкий «Спутник» и столичные «Крумкачи» встречались в Гомеле. Все голевые события в этом поединке пришлись на второй тайм. Спустя 3 минуты после возобновления поединка Артем Федянин вывел речицкий коллектив вперед. Илья 7 на 68-й преимущество «Спутника» удвоил. В концовке игры Александр Яцкевич подпортил настроение голкиперу речичан, лишив его сухаря. 2-1 «Спутник» побеждает и с багажом в 14 баллов поднимается на 3-ю строку в турнирной таблице. У «Крумкачей» на очко меньше 4-е место. Гомельский «Локомотив» отметил свой 12-й день рождения выездной победы над еще одним претендентом на место в списке лидеров – «Пинской волной». К истечению часа игрового времени железнодорожники выигрывали 3-0, причем голы были забиты с 56-й по 60-ю минуты. Отличились Веридзенко, Бондаренко и Козловский. Пинчане до финального свистка ответили 2 голевыми ударами. «Локомотив» в турнирной таблице на 2-м месте. Футбольный клуб «Гомель» в гостях играл с «Оршей». Победный результат «Зелено-белый» обеспечил
обеспечили себе уже в дебюте поединка. Сначала отличился Алексей Теслюк. Вскоре свое имя в протокол матча вписал Дмитрий Гомза. Победа 2-0. Гомель на 10-м месте и продолжает погоню за лидерами. Во второй лиге национального футбольного чемпионата позади шестой тур. Первые очки потерял лидер группы А Житковичский «Мелиоратор». Ничья с «Молодечной» 1-1. Петриковский «Шахтер», возглавляющий группу Б, пока не знает потери. Аутсайдер «Жлобин» разгромлен 12-0. Гомельский «Бумпром» сыграл в ничью со столичным «Энергетиком» и замыкает тройку сильнейших. Рогачевский «Днепр», располагающийся на 9-м месте, шестой тур пропускал. Завтра станут известны финалисты чемпионата Беларуси по мини-футболу. Обе полуфинальные серии растянулись на максимальное количество матчей. В 17:00 на паркет спорткомплекса «Локомотив» в Гомеле выйдут БЧ и ВРЗ. В первом матче противостояния, напомню, сильнее были «Вагоностроители», во втором – «Железнодорожники». В Орше в 19:15 сойдутся «Витен» и «Столица». Здесь счет в серии также 1-1. Путевки в полуфинал получат победители матчей, проигравшие сыграют за бронзу. Напомню, что матчи плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу проходят без зрителей. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».